Здравствуйте, дорогие овощеводы! Сегодня на канале «Семена Партнер» будет обзор нового гибрида, я бы сказал, новейшего. Называется он «Алголь». А что в нем интересного? А интересно в нем все. Урожайность, цвет, форма плода. Но самое главное – это, конечно же, устойчивость к насекомым, к тле и к белокрылке. Вы спросите, почему? Потому что все растение имеет опушенность повышенную. Плоды с опушенностью, посмотрите, какая опушенность. Стебель тоже имеет опушенность. И листва вся опушенная. Тем самым ни тля, ни белокрылка, да и вообще любые сосущие не смогут сесть на растение и питаться соками его. А мы с вами сможем радоваться урожаем. У нас неоднократно появлялась тля, неоднократно появлялась белокрылка, но только не на алголе. Поэтому, дорогие овощеводы, не только цвет нежно-розовый, оттяжечка, носик, ровненькие выровненные плоды, красивые кисти интересны в этом растении. Ну и, конечно же, его особенность, его опушенность, дорогие овощеводы. Итак, давайте взвесим. Плод весит 167 грамм. Ну, отлично, хороший вес, который подойдет и в маринад, и, конечно же, для свежего потребления. По нашей старой доброй традиции я разрежу алголь и покажу вам, что у него происходит внутри. Внутри он насыщенного цвета, ярко-красного, с небольшим малиновым оттенком. Очень душистый, дорогие овощеводы. Я вам рекомендую сажать томат алголь по схеме посадки 4-5 растений на квадратный метр. Употреблять в салате – это просто милое дело. Он очень вкусный, с небольшой ноткой кислинки. Но самое главное, что я хочу отметить, это опушенность. Пожалуйста, приобретайте томат алголь, особенно если вас мучает тля и белокрылка. Очень устойчивый к заболеваниям томат, очень красивый томат. Нижняя кисть завязывается низко над 7-8 листом. Показатель раннеспелого гибрида. Гибрид действительно раннеспелый, через 90-100 дней вы будете получать вот такие замечательные плоды, которые порадуют вас своим вкусом и пользой. Дорогие овощеводы, 18 килограмм с квадратного метра – это реально. А я с вами прощаюсь. С вами был директор агрофирмы «Партнер» Василий Блокин-Мечталин. Ставьте лайки, если понравился томат алголь, и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока.